Всем большой привет! Сегодня мы на завтрак готовим творожок. А из чего мы готовим? Посмотрите, это гиль. У нас сейчас получится свежий творожок из гиля. Я положила туда, вот в эту пиалу, 4 штуки. Вот таких 4 штуки. 4 гиля. И сейчас буду готовить в микроволновке. Поставлю минут на 7, примерно на среднем режиме. И у нас получится свежий творожок на завтрак. Сейчас посмотрю, может быть, добавлю еще один гиль. Тогда будет 5. Да, скорее всего, добавлю еще один. И поставлю на средний режим микроволновки примерно на 7 минут. Там, может быть, будет чуть больше, чуть меньше вряд ли. Нет. Сейчас буду смотреть, если по времени получится не 7 минут, я напишу где-то здесь видео, сколько минут я готовила. 5 гилей. Добавляю 5-й гиль. Вот так. Вот он. У меня он просто прямо из банки вываливается. Ну, можно и ложкой вытащить. Но я делаю как побыстрее. Побыстрее это просто так. Раз-раз-раз. И он сам падает. Мама, да, лапочка. Сейчас будем стелить. Хорошо. Ставлю наши гили в микроволновку. Включаю. Вот у меня здесь стоит средний режим. И включаю. Я включила на 7 минут. Может быть, получится чуть больше. Прошло 7 минут. Сейчас посмотрим, какой творожок тут получается. Вот так. Но я думаю, что нужно еще поставить минут на 5. Почти будет готово. Бегом, солнышко. Прошло еще 5 минут. Вот, видно, уже сыворотка выделилась. Я поставлю еще на 3 минутки. И общее время получится 15 минут. Вот за 15 минут у нас получился замечательный, получится замечательный творожок. Свежий. Свежий и очень вкусный. Сейчас пойдет 3 минутки, я покажу, что у нас получится. Вот наш творог. Сейчас будет готов. Это очень простой рецепт, достаточно быстрый. Вот такой простой рецепт за 15 минут. У нас получился настоящий творог из гиля. Творожок получается очень вкусный, ароматный. Сейчас я вам его покажу. Я достала творожок. Вот такой творожок получился. Вот такой творожок получился. Я его достала и показываю, как он выглядит вблизи. Это настоящий творог, вкусный, за 15 минут. Посмотрите, какой замечательный у нас творожок получился. Я хочу покусать его. Конечно. Сейчас будем кушать. Замечательный творожок из гиля. Здесь было 5 пачек гиля. Вот такой гиль.
И потом вот такой творожок получается. Всем приятного аппетита. Мы будем сейчас садиться завтракать. О, какой творожок. Нет, ты хочешь пополнить? Очень хорошо. Вот такой вот творожок. Настоящий творог. Чтобы ничего нам не мешало. Все. Теперь я солью сыворотку. Я сейчас солью сыворотку. Оставлю только творожочек, а сыворотка нам пригодится. Или для блинчиков, или для хлебушка. Рецепты блинчиков, оладушков, хлебушков смотрите в других роликах. Приятных и полезных вам просмотров и приятного аппетита!